Футбольный марш Матвея Блантера уже появляются на поле, уже приветствуют друг друга, и в том числе и судейскую бригаду, которую сегодня возглавляет Роман Дмитриев из города Санкт-Петербург. Помогают ему москвичи Дмитрий Карпенко и Сергей Вяльдин. Ну а резервный судья 33-й Андрей Домоцев, номер 28-й Никита Котылевский, номер 9-й Степан Ласкин, 15-й Григорий Ловцов. Момент сразу же есть! На второй минуте уже выручает свою команду Назар. Добить там некому, но добирает мяч обратно себе Краснодар. И вот как раз этот момент, когда Домоцев отбегал от защитника до защитника практически челночным бегом. Ревазов дает в центр. Мудрак обработал мяч. Хорошая передача в центр, удар поворотом и 1-0. Домоцев все-таки со второй попытки пробивает Назара, и уже на 10-й минуте встречи счет открывает. Ну и Мудрак записывает на свой счет очередную голевую передачу. Здорово он здесь. Усатый делает передачу. Ух, какой удар! И 1-1. И это Максим Маргулис. По шикарной траектории он сейчас отправил мяч за спину Андрею Белозерцеву. Не допрыгнул здесь до этого мяча игравший против него футболист Краснодара. Но в итоге не понадобилась его помощь. У UFL 2 еще один момент у Домоцева, бьет он прям в руки Назару, и снова Назар там недоволен игрой своих защитников. Вот возвращаясь к Кириллу Передерию, не так часто он именно... Российский получает в затылок, и это, судя по всему, пенальти. Смотрите, как интересно Белозерцев сейчас расположился в одном из углов своих ворот, пытаясь запутать Климкова. Ну и Климков сам пытается запутать голкипера Краснодара. И удар в верхний угол. В тот самый, как раз, где Белозерцев и находился. 2-1. Строгино выходит вперед. И за все три матча это первый раз, когда Строгино у нас выходит вперед. На три... Хорошо, по левому флангу сейчас разыгрывают. И вот, кажется, пенальти в ответную сторону. Это Ласкин. Ну, здесь уже, конечно, без всяких хитростей. Удар Мудрака, и счет становится 2-2. Ровно тот же счет, который написан у него на спине. И угадал уже ведь даже направление этого удара Назар. Однако спасти свою команду не сумел. Ловцов снова готовится забрасывать мяч очень далеко и делает это очень неплохо. Но борьба за мяч. Ревазов, Назар! А вот это уже можно отнести к разрядам суперсейвов. С очень близкого расстояния Ревазов наносил удар. Я сейчас удар веду об Александре Семенкове. Но у нас Артем Кокарев сейчас выйдет на поле. Центральный полузащитник. И вот кого он из этой тройки заменит? Кондратьев, Ладин, Климков. Помню, у Ладина есть желтая. Да и у Климкова есть желтая. Ладин какой удар сейчас наносит. И уже пришло время Белозерцеву себя проявлять во всей красе. Красивый прыжок, красивый сейф. Из-под перекладины переводит мяч на угловой 99-й номер Краснодара. Кондратьева в итоге единственного из этой тройки без желтой карточки меняет. Еще один хороший штрафной.
Подача Усатова, скидка Мирзаяна, Маргулис не попадает в ворота, Максим. Мог сейчас, конечно, вот он действительно стать героем, хотя нет, даже не стал бы в любом случае, потому что был офсайд. Это, наверное, еще более важно. Алим, Ловцов. Ловцов пускает по флангу Кистенева. Кистенев, передача в штрафную, набегает и бьет в ближний угол. Девятый номер — это Степан Ласкин, и снова браво, Назар. Несколько действительно очень важных сейвов сегодня совершил Андрей. И вот этот вполне входит в пределы поля. Снова быстро Краснодар вводит мяч в игру. Кишиев. Алим. Алим собрал на себя там целую груду игроков. Удар в дальний угол мимо ворот. А вот где был весь этот Краснодар, который сейчас настолько ярко? Настолько, что нет. Закончилась уже третья добавленная минута. Кто-то упал в штрафной площади. Ну и, собственно, о чем и речь. Сразу же после этого углового Роман Дмитриев, да, возвещает об окончании этого матча.